грузись. Бывает. Да, 15. Да я думаю, хватит. Это же РТА, блин. Да. Но она висит, потому что у меня игра сверн. Так, я уже все, я уже готов, да? Мне уже можно. Короче, Димас, на счет три тебя переключаю. Угу. Сейчас проверка, проверка. Напишите, слышно, не слышно? Меня там слышно или не слышно? Раз, два, три. Так, я уже все, я уже готов, да? Да, ты уже можно. Нет, ты в эфире сейчас. Не-не-не-не, ты еще не настроен. Потому что VLC плеер, да, привет, здорово. А, нет, наверное, слышно. Ну, в чате говорят, что все слышно. Да, слышно, слышно. Все нормально. Сейчас проверка, проверка. Напишите, слышно, не слышно? Меня там слышно или не слышно? Угу.
Так, ладно, тогда делаем костыль на костыле с костылем. Ну, в чате говорят, что все слышно. Да я вижу, вижу. Все, беги. Все, давай, Димас. Удачи. Беги, давай. Я мьючусь. Угу. Давай, удачи. Угу. Так, ну, извиняюсь, конечно, за небольшие технические неполадки. Но приветствую всех, кто тут смотрит этот марафон. Мой ник — кусочек шаурмы. И так получилось в этой жизни, что я спидранью сталкер. Сегодня у меня будет 3 разных рана. И начнем мы с теней Чернобыля и Непроцента. По актуальным стратам, по которым бегают сейчас. И я, наверное, сразу же оговорюсь, что в самом начале мы будем скипать первый диалог с Сидоровичем, чтобы просто выбежать из его бункера и просто убежать от него подальше, потому что он страшный человек на самом деле. Поэтому во время того, как появится первая надпись «Клиент синхронизация», мы делаем быстрое сохранение и быструю загрузку. И в этот же момент у нас запускается таймер. Поэтому я, пожалуй, начну игру и скажу, когда стартовать таймер. Так, 3, 2, 1. Мы сделали quick save, quick load. Если там все идет правильно, у нас должен был начаться таймер. Сразу же, без всяких диалогов, потому что мы же опытные сталкеры, мы выбегаем из бункера Сидоровича, выкидываем броню, чтобы у нас не слишком сильно тратилась выносливость, и просто бежим вперед. У нас, в принципе, нет времени на какие-нибудь разговоры, и тем более на торговлю. Что стоит сказать по поводу актуальных страт, и чем они так сильно отличаются от тех, по которым бежали раньше? На этом марафоне отличаются они кардинально двумя разными стратами. Первое — это лифты. Вы уже видели, как The Stalker WoW делал лифты некоторые. И вторая — это распрыжка. Распрыжка заключается в том, что при помощи этой страты мы можем поддерживать уровень нашей выносливости на каком-то определенном уровне, либо вообще ее восстанавливать, если у нас пустой инвентарь. Заключается она в том, что нужно перед прыжком отпустить V и в этот момент прыгнуть. Игра в этот момент считает, что мы стоим, но по факту мы летим вперед в прыжке. И в этот момент у нас восстанавливается выносливость. Так же, как она бы восстанавливалась, если бы мы просто стояли. Здесь, я думаю, можно сохраниться, потому что эти бандиты, они иногда могут просто убить нас. Переходим мы на свалку. В принципе, с кордоном у нас уже все закончено. И бежим дальше по свалке, иногда делая распрыжку, чтобы у нас не закончилась выносливость. Причем с самого начала мы не подбираем никаких энергетиков. На это не тратим время, не покупаем их у Сидоровича и просто бежим дальше, стараясь сделать так, чтобы у нас не закончилась стамина просто. Распрыжку нашли чуть попозже, чем лифты, поэтому используют ее не так давно. И, в принципе, наибольший эффект она имеет именно Тенях Чернобыля, потому что во многих категориях теней Чернобыля раньше делала ставка на то, что нам нужен артефакт на выносливость, чтобы пробежать без остановок. Но сейчас можно, в принципе, обойтись и без него. Здесь нас, если вы играете казуально в эту игру, нас здесь не пропустят просто. Но дверь замками не закрыта, поэтому мы просто бьемся в нее головой, и она открывается.
Здесь нам необходимо обыскать первый труп, чтобы получить оружие. Для того, чтобы дальше убить одного непримечательного долговца. Для того, чтобы забрать с него тоже все, что у него есть. Это нам дальше понадобится. Так, по поводу бара. Бар тоже стараемся пробежать как можно быстрее. Здесь никаких каких-то сложных страт или чего-то вроде того. Просто бежим вперед. При этом тоже делая распрыжку там, где в принципе возможно. Так, на следующей локации, сейчас вы увидите, мы будем обыскивать людей, которых изначально, ну, долговца мы убиваем, а свободовцев убивает засада долговская. И мы всех этих людей будем обыскивать. Что нам с них нужно получить? Нам с них нужно получить как можно больше аптечек, возможно энергетики, грозу. И если нам, ну, очень сильно повезет, то мы получим артефакт. Так. Три аптечки у нас есть. Все ненужные патроны выкидываем. Пистолеты тоже выкидываем. Гранаты, все патроны, колбаску съедим. И просто бежим дальше. Бежим мы на какое-то подобие лагеря долговцев, в котором мы просто по пути убьем еще одного долговца и заберем просто все, что у него есть. Потому что с него тоже может выпасть что-нибудь ценное для ран. Вот он, собственно, стоит. Мы его убиваем. Забираем с него банку. Хлебчик мы кушаем. Все хорошо. И бежим на следующую локацию. Как вы видели в ране по старым стратам, следующая локация радар проходится при помощи пси-шлема, который блокирует излучение выжигателя мозгов на этой локации. Но это слишком долго. Да и мы уже опытные сталкеры, поэтому мы побежим без пси-шлема. И я чуть позже расскажу, как там, собственно, пробегать. Так, здесь мы, пожалуй, залутаем еще один труп. Эти ребята тут никогда в жизни не попадают. Так вот, получается. Убиваем парня на вышке. А, не убиваем. Ладно, фиг с ним. В принципе, это не критично. Оружие тут клинит довольно часто. Не какое-то супер редкое явление. На этой вышке нам обязательно нужно подобрать броню долга. Для того, чтобы нас не убили при переходе в Припять. Здесь мы делаем распрыжку, потому что... Ну, здесь мы делаем распрыжку постоянно по нескольким причинам. Первая причина — это то, что у нас что-то тяжелое в качестве костюма появилось в инвентаре. И поэтому... Стамина у нас тратится намного быстрее. Поэтому нам нужно поддерживать ее на уровне, чтобы бегать. И вторая причина — это то, что каждые 5 минут, так как у нас нету пси-шлема, нас бьют пси-удары. И они нам наносят немного урона и останавливают нас. Поэтому приходится постоянно нажимать кнопку бег. Здесь я сохранюсь. И... Наверное, здесь будет самый сложный момент в ране, который я сейчас объясню. Вот после пси-удара около этого дерева нам остается ровно 3 пси-удара до того, как мы умрем. Поэтому нам нужно успеть пробежать здесь. Мы получаем один пси-удар до грузовика, один получаем здесь. И нам остается что-то около 6 секунд, чтобы пробежать в Припять и не умереть. У меня получилось с первого раза, это, не знаю, супер удача. Так. В Припяти мы просто выбрасываем костюм, чтобы у нас не сильно тратилась стамина, чтобы мы успели добежать до перехода. У нас есть одна баночка, которая поможет нам легко пробежать через
и не придется там стоять и ждать, пока у нас восстановится выносливость. Потому что там подбирается еще один костюм, который... Ну, сделаем более сейвово, чтобы нам этот костюм помог пробежать через монолитовцев, которые охраняют проход в ЧС. Но здесь мы слушаем всякие разные диалоги, которые очень важны по сюжету, но очень сильно не важны для того, кто бежит эту игру. Также мы параллельно, опять же, везде распрыгиваем, чтобы у нас не тратилась стамина. Тут сидит небольшое количество монолитовцев, но они тоже, в принципе, никогда в жизни, по-моему, не попадают. Так что это попали. Нормально. Но это не проблема. В этом моменте разработчикам, скажем так, не хватило, может быть, времени, я не знаю, на то, чтобы нормально доделать данный отрезок локации, поэтому, когда мы заходим на стадион, у нас просто идет катсцена пролета камеры, и нас просто телепортируют за него, сразу же в переход на саму ЧС. А если бы все доделали, то мы бы бежали по этому стадиону, а там, ой, как весело бежать. Здесь, я думаю, мы залутаем одного трупа, один труп, чтобы забрать с него оружие, которое нам может понадобиться. С него также могут выпасть и аптечки, и энергетики, и все что угодно, зависит уже от удачи. Так как лут у врагов здесь рандомный абсолютно. Ну, есть какие-то базовые вещи, а есть дополнительные, у которых шанс достаточно маленький. Так, здесь мы сохранимся, а то нас могут и убить. Вот этого дядю мы, пожалуй, убьем, потому что мы сейчас без брони, я напомню. И убить нас довольно легко. Подбираем броню, вот так бежим, потому что один злой дядя может просто своей тушей заблочить проход, и мы просто не пройдем в него, пока его не убьем. Бьем энергетик. И бежим дальше к проходу на... Ну, в сам саркофаг. Я напоминаю, что это категория Any Percent, и главная цель этой категории — просто загадать желание у исполнителя желаний. Здесь можно кинуть гранату. Ну, она редко что-то меняет. Здесь мы, пожалуй, сохранимся. О, один умер. Это хорошо. Пробегаем, выставляем курсор, чтобы сразу же нажать кнопку, да, когда появится меню. И сейчас будет симфония лифтов. У нас есть несколько лифтов. В общем, про лифты. Лифты — это такие баги, которые позволяют вам подниматься вертикально вверх, минуя все текстуры, которые лежат у вас на пути. При этом для выполнения лифта нужно выполнить несколько условий. Первое условие — это ровная поверхность, на которой вы делаете лифт. И второе условие — это стык текстур, который вы не сможете увидеть своими глазами, в принципе. Опа, упали. Поэтому такие места для лифтов и стоп-таймера. Да. Я не знаю, я не вижу, какое у меня там время, потому что я не хочу игру сворачивать. Так вот, по поводу лифтов. Лифт получается не везде в этой игре, а только, как я уже сказал, на ровной поверхности и на стыке текстур. Но проблема в том, что стык текстур так просто не найти, потому что его не видно. Ни если залететь за текстуры и посмотреть с другой стороны, или просто, не знаю, внимательно присмотреться, его просто так не видно. Поэтому приходится искать эти места, ну, вслепую. И, в принципе, так и делали, и нашли все вот эти вот места для лифтов. Собственно, с 12:05 в чате пишут у меня время. Ну, в принципе, хорошее время. Так, здесь мы закончили
с тенями Чернобыля и не процент. Сейчас небольшой перерыв и сбегаем тень Чернобыля true процент.